Начало миссии. Год комплекс против No Bands на наших с вами экранах. И это Fast Round. ТК полетели, ребята. Она... Никто на ЦК не принимает. Там что-то как-то вроде бы попытались закинуть хаешку с двойки на зону выхода через 4, но, конечно, в итоге не получилось. Выход центрального кафе плюс он выход через лонг, но Аплен по-прежнему держит свои оборонительные редуты. Есть очередной минус. Твист вместе со своими тиммейтами, скорее всего, будет играть по направлению Бэплента. Казалось бы, что это именно так, поскольку Аплен выбить не удалось. Но Твист сидит до последнего в центральном кафе от Крюкера. Даблкил, Твист еще один минус. И теперь уже 2-1 можно будет попытаться разыграть. Марк на смещении через лонг. Информация по нему, скорее всего, уже имеется. Так что можно свободно уходить под Б, ставить и пытаться играть в таймер. Так, Марк. Он, а Твист вылетел? Ой, или нет еще? Да, он уже летает. Ну, я все, GG. Ну, у Марка, кстати, красивые дуалы. Не знаю, чем это поможет Твисту, но... Ну, такой вот моментик. Но должны выходить же. У вас тиммейт вылетел на глазах. Да! Но кажется, сойдет, что они решили продолжать. В чате было видно то, что все вылетел комп. Там что-то такое было написано. Но в любом случае, парни в четвером против пятерых. Может, там какие-то замены, кажется, что-то еще. Да. Может быть, и могли, но... Это уже решение более, что у них команды. Есть резерв. Ну да, несомненно. Просто я вот как раз таки сегодня занялся чтивом конференции элитного дивизиона. Свапали. Одного исключили, другого добавили. И вроде бы как в резерв еще поменяли молодого человека. Поэтому, ну, у них бодя в составе. Он же бодя-билдер. Должен бы, наверное, он как-то же снайпер, пойти. Он же снайпер, да. Он же вижен. То есть, ну, какой-то... Ну, если уж прям так, то, наверное, ребята уверены в том, что иначе быть не может. То есть и замена не поможет сейчас, и пятого основного... Хотя, ну, хоть чуть-чуть подождать, ну, даже если у него какие-то проблемы. Ну, ладно. В любом случае, имеется... Что имеется, несомненно, это Мурада, игроки No Bands, который держит вроде бы как строй, но с другой стороны, пазлище осталось последним, по которому есть информация. Хитрый в открытии, хитрый, кстати, с веслом. Опа, перезарядочка. Бэм. Напоминаю, кстати, у него сенса. А, ну сейчас я могу быть немножко неточным, он мне потом писал. У него 0.51 или 0.53 в игре, плюс у него 1200 DPI на мышке, ребят. Я просто смотрю, как он это вот вертит, и вы представляете тоже интересно. Окей. Я просто человек так привык. Этот раунд удалось вырвать просто из рук оппонента, но, опять же, удастся ли так отыгрывать далее, в чем вопрос. Была попытка, опять же, открыться в центральное кафе, на четверке находит опен для себя, и здесь же есть размена торцы с хаешки. Смещение в 7 и открытие в бэплен, скорее всего, на данный момент будет. Самое, что интересное, парни не пытаются даже разыгрывать какие-то более медленные, затянутые раунды. Они продолжают играть открыто, как будто бы ничего страшного не случилось, и это... Радует меня, если честно. Во многом, когда команда теряет одного игрока, там условно начинает отыгрывать 4 в 5, они супер сильно зажимаются, они начинают бояться открываться на любые файты. Здесь же, что касается атаки, тем более на карте металл, он, парни, вчетвером чувствует себя более чем превосходно. Индивидуальное исполнение определенно спасает их сейчас. Бомба установлена под бэплентом, таймер начинает тикать, и кто-то попытается в соло открыться, но, как показывает практика, это ошибка. Скорее, надо было дожидаться тиммейта и вместе как-то разыгрывать эту ситуацию. Ну а так, ситуация 3-1. Снайпер открывается в хитрого. Первый промо, хитрый не успел среагировать, так что есть добивание. Может быть, даблкил по овце, там 4% здоровья. Одно попадание, отлично, но времени в таймере бомбы уже нет. И раунд потерян. Бомба взорвана. Nice try, как говорится. Ну и для атаки от God Complex вчетвером играть. Получается пока что вроде бы и неплохо. Ну вот так. При всем при том, что карта Midtown и атака здесь далеко не считается сильнейшей стороной, парни сейчас просто чувствуют себя неплохо. Они два раунда взяли вчетвером, и если даже 5-2 закончится, окей, вторая половина вам в руки, без проблем.
Но здесь есть размены, опять же, 4 в 3 ситуации, возможно, будет открытие в центральное кафе, там Бесуто до последнего играет более в открытом формате, и у него есть помощник, который находится на зонтах. У Марка обновляется информация, что под Б-плентом не так все гладко, но Хитрый уже открывается и ликвидирует своего оппонента. 3 в 3, выбивание под Б-плент, Хитрый правильно делает, он находит минус, но дальше без команды старался не заходить. Но, к сожалению, команда начинает погибать, вроде подошли под Б-плент, Хитрый ринулся вперед, получил по голове. И ситуация 2 в 3, 2 в 1, погибает Диппер, и сокращение дистанции теперь уже в широкую. Есть ли информация по пазлище? Даблкил уже присутствует, Бесуто также погас. И есть, кажется, время на то, чтобы отойти на семерку и попробовать в целом поменять вектор атаки для себя и уйти в апленд. Либо в центральное кафе, из центрального кафе попробовать зайти как-то по направлению бэплента. Или вовсе через КТ-спан. В общем, вариантов действительно предостаточно для того, чтобы разыграть эту ситуацию. Но он откидывает смоук центрального кафе. Навряд ли пазлище об этом вообще хоть что-либо знает, слышал ли этот смоук, но это уже не столь важно, поскольку идет возвращение все-таки под Б-плент, и пазлище забайчен. Бомба будет установлена, а там уже ситуацию один в один можно будет разыграть. Самое что интересно, удалось ликвидировать двоих оппонентов без потери здоровья от слова совсем. И сейчас можно ставить и, в принципе, иметь довольно неплохие шансы на взятие раунда. Пойдет постановка пазлища, да, уже наверняка закрадывается у него мысль, что здесь какая-то замануха, но и только что подтвердил свои догадки. Остался один в один. Оппонента позиция. Ай-яй-яй-яй-яй, как играючи сидит, а куда пошел? Ну ладно, уверенно сыграл, в любом случае забрал фраг, есть раунд. Вытащили. Непросто. Кирюха пишет и очень сильно этим помогает, потому что ответил на наш, возможно, не мой вопрос. Они в группе написали, что он не может играть. И цитата дальше пошла. Тем временем у нас отвалился Квижн по личным проблемам. На данный момент ищем желающих присоединиться до конца лиги. Писать Кэпу в ЛС. Не благодарите, кстати, за рекламу. Но есть что есть. Ну, такие вот проблемы с ребят. Дела. Илюшка, ты снял 1 в 4? Ну, конечно. Там, кстати, хотел овца привет кому-то передать. Ну, тут уже не видать. Надеюсь, он сейчас напишет. Я ему сказал, конечно, на смене, но... Квижн передает привет. Мой пупсик говорит. Вот так вот. Кажется, будут продолжать вчетвером. Выход в лобби. Да, сколько времени уже, считай, прошло? Парни отыграли 4 раунда. Ну, давай будем брать 3 раунда полноценных без пятого игрока. Ты тоже только что понял, да, что мы не поменяли связь? Да, я такой в ТСке. Привет. Ну, вроде ничего такого, да? Ну, да, у нас ребята знающие, понимающие, что вообще происходит и что нужно делать, что не нужно. Но мы просто перед матчем с Ильей созванивались. Мы так-то обычно находимся в TeamSpeak, но когда начинаем работать, мы созваниваемся в Дискорде. Мы сидели перед матчами в ТС и забыли свапнуть просто. Ну, потому что так же общение-то идет, то есть вроде бы ничего такого, на связи же. Ну, значения не придали. А потом бац, отвалился человек, я такой, опа. Ну, такой поворот. Ну, для ребят так. Не критично. Так что конечно, немного офф-топа, там Овца попытался залететь в лонг соло, у него это не получилось. Вульф находит минус, и будет ли дальше смещение под бэплэнд? Ну, здесь их уже начинают цеплять поодиночке. Одного на лонге, одного на четверке. И сейчас, я так понимаю, еще одного выцепят в четверке, да, это был Крюкер. 1 в 5, ну... Задача, конечно, можно здесь что-то создать такое неимоверное, но надо как забросить игру, чтобы 5 в 1 отдать команде No Bans. Не знаю, кажется, что все-таки раунд должен отправляться No Bans в копилку. Ну что, как раз, кстати, в тему этого диалога, этого вопросика, в чате Ананасов написал, а как получается, что парни вчетвером выигрывают пятерых? Вот как раз таки тоже мы задаемся этим вопросом, ну сейчас мы 5 в 1 не должны, невозможно, нет, нельзя. Вот все, забирать надо. 3-2 на табло, все-таки No Bans закрыли, но да, для них игра максималити непростая идет. Дела. Но в тему игры четверых... В атаке, кажется, играть проще, потому что вам не обороняться, а атаковать нужно. И вчетвером, ну, здесь виднеются шансы, да. Ну, то есть, ну, ладно бы было 4 игрока в обороне, то здесь всегда проблема, потому что вы всегда в меньшинстве, и получается, что тяжелее перетягиваться и вообще принимать.
Но вчетвером как влетели в одну позицию, как встали на хаешки и на расстрел. Ну, в общем, вы поняли. Но здесь на двух разных гранатах подрываются при попытке захода через 7. Парни понимают то, что здесь под Б-плентом их уже ждут и, скорее всего, уже провели укрепление. Надо пытаться как-то растягиваться, раскачивать соперника, но при попытке открыться в лонг, там Бесута находит минус и закрывает своего соперника. Крюкер на длине. По нему также есть информация. Собственно, оборона уже может потихоньку работать на смещение, на окружение, чтобы у Крюкера не было вообще шансов на какие-либо обходы. И фейки вообще можно не сказать, что Крюкер в соло может что-то фейковать. Навряд ли. Но он нашел минус, и в целом его накрыли в четверке. Так что после перезахода проблема команды No Bans кажется, что решается. Но всегда надо помнить о том, что 3 раунда уже есть у команды God Complex. И этих раундов достаточно для первой половины. Но если ко второй половине пятый игрок так и не придет, вот здесь уже начнутся проблемы. Дела. Там еще, кстати, Квижн в чатике образовался. Говорит, мои ребятки выиграют и без меня. А ты? И что не здесь-то? Чего не в игре-то? Ну, я, конечно, могу представлять, наверное, почему. Но, с другой стороны, это лишь только догадки. Вот. Дальше Брюс написал, он же Брюсника в чатике. Пацаны, тащите мои ребята. Я на next map залечу. Чего у вас там творится? Я вообще, конечно, диву даюсь с одной стороны. Ну и как только мы начали говорить о том, что ребята-то вчетвером выигрывают, вот здесь и пошла обраточка. То, что вот проблемисы. Вот ноубенсы набирают один за другим. И равенство уже на табло. 2 в 3 100 АЦ по жунгракам, куда пойдут вместе, походу вообще не идет в район бета. Окей, но там пазлище, пазли. Пиксель какой-то смотрит, что-то там видит. Ну, кажется, да, я понимаю, куда он смотрит. То есть вот этот столб у него слева, и тут небольшая возможность у него. Опа. Опа! И не попал. Он попал, походу, просто, да, в стеллаж винный. Беда. А теперь уже 2 в 2. Пойдет убивать ребята, хаешки есть или нет, вопрос. Походу нет, раз ничего не бросают. Бомба была установлена. Бомба установлена. И заход через перемычку. Попытка открыться в широкую и в узкую. Ну, здесь уже можно брать перекрестным огнем. От хитрого и Крюкера еще по минусу. И еще раунд. Здравствуйте. И опять же, стоит только заикнуться о том, что... Ну, вот мы только отметили, парни вчетвером пятерых выигрывают. И тут стали проигрывать. Только отметили, что они стали проигрывать. Они стали выигрывать. В общем, качели довольно неплохие. У команды God Complex вообще все шикарно складывается. Они взяли уже 4 раунда для себя в карман, будучи в атаке. Судя по тому, как начинается первая половина, я смею предположить, что это карта команды No Bans. И отдавать в обороне четверым игрокам 4 раунда, мало того, что это символично довольно-таки, но еще и очень плохо. Я не знаю, как у них, конечно, атака подготовлена. Если вчетвером будут God Complex на обороне отыгрывать, то в атаке будет преимущество, причем довольно неплохое. Как уже ранее отмечал Илья, что если вы играете в обороне вчетвером, вам банально оформлять какие-то смещения, перетяжки сложнее. Не то чтобы работать по информации сложнее, просто дольше. Вы вынуждены растягиваться больше по карте и в соответствии отдавать меньшинство своему сопернику, как ни крути. Ну, давай смотреть, может быть в этом раунде что-то и изменится. Может быть еще один заберут для себя No Bans и сравняют счеты. Ну, не знаю. Сложная игра идет для них. Перетяг в альфу. Хитрый, врывается на батарею. Раз, пошел забирать, получается, на второго переводочка. Не удалось ему. В этом случае тиммейты должны вместо него пытаться закрывать открытие. Теперь уже атовцы его быстро выключают. В это время еще Марк на бете сидит на информацию, потому что нет, мало ли кто вдруг останется и будет по семерке играть. Но информация все-таки закрылась полностью для обороны. Это Крюкер под альфой в дверях. Ребята выходят в упор, а тут лучше не закидывать. Двойки перетяг, есть поддержка Крюкеру. Так сейчас вообще плач он забрать может в упоре пазлище. Так еще одна тычка и в голову может залететь. Нет, не залетит. 4-4 на табло. Раунд и равняются вновь игроки No Bans. И снова непросто им играть против четверых. Финальный раунд тоже возьмет для себя преимущество в один раунд перед сменой сторон, пока что вопрос. Еще что также примечательно, у команды God Complex сейчас выступают 2 игрока в явных килл-лидерах, это Крюкер вместе с Хитрым. Далее, к сожалению, их тиммейты отсутствуют. И вот это очень плохо, там 1-4 и 0-0-4 парни идут.
Если бы они еще так же помогали, если бы они тоже настреливали, мне кажется, ситуация первой половины была слишком патовой для команды No Bands. Но не стоит уже говорить о том, что было бы. Давайте говорить о том, что есть. Нашли минус, закрыли Бесуто. 4 в 4 и перемещение теперь под Б-плент. Здесь же Марк находится на приеме. И кажется, что, ладно, немного попозже об этом. Марк открывается на прием, находит там даблкил. Есть размен, но, опять же, Пазлище находился на подхвате и есть минус. Я хотел сказать про позиционку Марка. То, что мы с тобой постоянно отмечаем, этот угол можно чекать на ширму, проходя. Он сел немного дальше от угла. Связано ли это с тем, что он хотел сделать так, чтобы его не прочекали банально на поворот головы? Может быть. Но если это действительность, так сказать, а не просто мое предположение, то лишний раз говорит о том, что ребята смотрят трансляции, пересматривают что-то и делают для себя какие-то выводы, что-то подчеркивают. Это, безусловно, нас не может не радовать. Крюкера зажимают, он под Б-плантом сейчас находится, но с 4%, он делает выпад в широкую, ставит хедшот и остается на ситуации 1 в 1 против Дюпри, который на широкой. Там одного попадания в Крюкера просто достаточно, а Крюкер не чекает открытие широкой. Здорово. И не боится. Выход пошел как... Ну реально очень такая щепетильная ситуация. Я, кстати, не знаю, но от Дюпри... Ну была бы инфа по ХП, он был бы, я думаю, смелее. Потому что он там с дуалами, закрывая глаза, примерно направляя в сторону соперника, ну и 4 ХП-то можно вроде как забрать. Ну и у Крюкера, вот его тоже можно здесь отметить, потому что на самом деле перспектива его игры была очень хорошей, потому что он мог и делал как раз-таки из-за своего ХС-бара, он подзакрылся, подождал, когда соперник на него выйдет, и там уже расстреляет. Был на то шанс, да и даже сейчас вот, то есть там соперник подзакрылся, была тычка, а если бы попал в голову, то забрал бы, но опять же, если-если. Вот, овца написала, кому все-таки привет, Расимону. Не знаю, кто это, ну привет, Расимон. И замена. Там же Слава нам с тобой привет передавал. Привет, Слава. Макс, а можно мой код заморозить? Можно. О каком коде именно идет речь? Что-то обещанных ключей нет. Ребят, я не говорил, что эти ключи будут каждый матч, каждый раунд. Они в рандомное время. Я могу все ключи собрать на третьем матче. Это не имеет значения. Ваша задача их просто собирать. Я помню про ключи, не переживайте. Ребята, привет, закидывают. Ну, передано, да. Всем ребятам привет, кто написан в чатике и в игровом, да и кто писал также на Твиче, вам привет. Скринью хитрый стреляет. Ну, да, конечно, из хороших новостей у GetComplex реально получается вот как-то вот они, ну, 4 раунда отстояли, грубо говоря. Выдержали, и вот сейчас на их счастье идет 5-й игрок. Тут 505-му тоже привет залетает. Что он делает? Ну, да, я так понимаю, это по задержке еще про момент Крюкера. Стрелял крепко, залетал там прям очень знатно. Пока есть время для атаки от No Bands, можно что-то придумать. У них есть кемпа, актуальная тема, потому что могут они сейчас много чего напридумывать с ней. Врывы, не знаю, в ЦК тоже фастом залететь в первом раунде, почему бы нет. Альф тоже пощупать. Кстати, Вульфа можно отметить как кемпера, наверное, стабильного, потому что, смотря на его ПВГ, это говорит о том, что он именно с кемпой чаще всего играет. Возможно, и вообще постоянно. У меня, кстати, раньше, вот я когда играл, всегда стремился к тому, чтобы ПВГ было, не знаю, ниже 10, а то и где-то 8. 8, потому что такая, типа, симметричная циферка, это уже такой, знаете, тоже юношеский максимализм, все дела, но что-то в этом есть. Это все равно тебя показывало бы как снайпера больше, все такое, но в основном у меня ПВГ было на тот момент где-то 16, наверное, 15. Край я вообще смог как-то сделать тогда 14. Но тяжеловато, потому что иногда берешь пистолет, попадаешь по голове, иногда приходилось вообще свапать скимпы на какой-то более скорострельный девайс по типу АУГа или того же СК уже, ну, в дальнейшем. Ну и в момент как раз, когда у меня кемпа была
75-25, кажется. Что-то такое. Вот если по статье сказать, D75 это кимпа, то есть я брал ее в руки, остальное АУК или СК, то вот к тому моменту у меня уже где-то 24, 25, 26 по ВГ было. Уже не то. И ни туда, и ни обратно. Вроде как и в голову особо не попадатель. Да и в тело тоже, типа, не про кимпу речь. Такая тема. Просят объяснить снова заключи. Сейчас давай, у нас же работает. Подожди, вот у нас коды. Ты команду хочешь? Да, коды. О, можно даже зачитать. Но на это нет времени. Ну, ребята, зачем тогда кидать ссылку, мол, типа, если ты сам все равно зачитаешь? Не, я хотел, во-первых, отметить прежде всего, что для вас существует пост, который был занесен еще и сюда в команду Уботика, который отправляет вам ссылку в чатик, с которым можно ознакомиться. И там все прочитать, что вас интересует. И вот, в частности, я подумал, если есть время, так мы бы могли это зачитать и для вас осветить вновь. Ну а тут игра просто начинается. И вот работа от кемпы вроде как и есть она. Револьф достаточно динамично бегает по позициям ЦК, Альфы, кстати. Немножко было странно, там же смоков-то не было на ЦК, он дал одну тычку и ушел. В общем, тут приходится, да, бегать туда-обратно, искать фраги, хитрые, чуть более агрессивная игра, идет с дуалами в упор. Так, ну и все, 40 секунд-то и прошли, то есть не нашли пока что фрага. Каков план у атаки? Ну и вот еще одна попытка на ЦК открытия. Он попадает сейчас по сопернику. Неприятно здесь. Хаешки залетают, открытие, хитрый, куда агрессивничает. Это вот вообще просто на характере залетает. И здесь, благо, его простили. Ну и самое интересное, почему его простили? Как так получилось? У вас соперник открывается в четверку, ликвидирует вашего тиммейта, вы вообще ему ничего не делаете. Окей, Марк на четверке. Кажется, что информации по-хитрому у него сейчас нет. Там еще и овца закидывает хаешку, который находит минус. Погибает пазлище, открытие в центральное кафе, и хитрый вновь открывается на перестрелку, закрывает Марка. Есть информация, что на четверке еще один соперник. Дюпри попытался зайти на позиции вина Б, не получилось. Там же его Диггер принимает, выключает Песутов соло против пятерых игроков, но здесь удается найти хотя бы один минус. Закрывает хитрого. Если дальше они будут аркадить поодиночке, там четверка в соло распикивает и семерка в соло распикивает. У Песута есть шансы выйти везде на перестрелке 1-1. Если он их выиграет, будет большой молодец, но Диггер все-таки продолжает открываться через 7, нашивает соперника, находит фраг, находит раунд. Начало миссии. Есть 5-5. Равенство восстановлено. Привет нам в чатик передавал Джонни, привет тебе. Привет. Так. Ну и попытка здесь уже достаточно массово, что ли, от NoBand сыграть семерку. Полетели хаешки, вот пазл еще встал, будет бросать. Здесь нужно как-то вместе, да, собрано именно кидать и именно заходить. Ну а если страх есть того, что хае могут залететь от противника, то попытаться как-то их побать. Ну, хитрый здесь открывается, раз, два, три, собирает урожай, берет еще и кимпу, говорит, сюда давай. Немножко странно, почему именно кимпу-то он подобрал, мог уже играть аккуратно. Но нет, небольшую авантюру закинул здесь для себя и команды. Ну, в итоге устояли, в итоге для них это раунд очередной, 6-5 на табло. Ну что же, оборона начинается тоже более чем уверенно от команды God Complex. Как я уже говорил ранее, они первую половину провели более чем уверенно, и сейчас на второй начинают потихоньку зажигать. И Диггер, самое что главное, как замена, выступает довольно уверенной боевой единицей. Да, за два раунда два килла, но говорит о своем роде стабильности. То, что парень пока что не подкачивает свою команду и лишних каких-то мувов не делает. Но, с другой стороны, это поспешный вывод. Хаешка в 7. Снайпер пытается играть в четверку. Так, подождите, набрал, это не снайпер был. Открытие от Крюкера. Там хитрый находит еще 2 килла. Здравствуйте. Ну, что-то как-то совсем игра не идет против команды God Complex. No Bans теряют абсолютно все шансы для себя на возвращение. У них не хватает индивидуального исполнения. Очень сильно не хватает. Нет такого, что, допустим, один взрывается, там как-то растаскивает, берет дабл-трипл-килл, и команда не догоняет, команда не помогает. А просто получается так, что парни как будто бы отсутствуют в игре. И это, опять же, для них очень плохо. Это их карта.
И странно, что дела идут настолько плохо. АЕшки массово разлетают. Хитро получает урон по себе от этих прокидов. И здесь очень прям упорно пытается проходить именно под апленту. Удается забрать фраг по овце. А там хитрый каленый заход на косу. Хитрый до последнего сидит. А он сейчас как сюрпризик. Но этот сюрприз быстро остановил Бесута. Будет постановка. Ну и здесь хай-кью. Надеюсь, я правильно читаю вообще. Получается заработать фраг и дальше уже смерть. Но и это раунд для NoBand все-таки. 6-7. И здесь они что для себя могут почерпнуть? Не получилось альфа, как-то прошли, как-то сделали. Но неубедительно пока что. Исполнение было. Опять же, возвращаемся к исполнению. Они пытаются реализовывать своего рода дефолты, но эти дефолты не работают, потому что нет исполнителей. Сработали в прошлом раунде, были исполнители. Опять же, подключился Бесута, подключился Марк. До этого мы отмечали статистику, ребята, что там просто по единице у каждого заход трех раундов было. По одному фрагу. Это очень плохо. Но здесь открытие на перестрелку, есть минус, погибает овца. И теперь вопрос от снайпера, будут ли продолжать дальше работать игроки NoBand. Можно пробовать теперь открываться по направлению аплента. Хитрый опять же занимает контактную позицию приема четверки, но навряд ли центральное кафе сейчас будет подвергнуто атаке. Там Бесута мониторит сугубо ситуацию на аркаду, чтобы никто не выходил. Крюкер находит минус по Марку, Марк попытался спуститься на лонг, но... буквально на входе его ликвидирует. Дюпри также принимает решение продолжить игру на пикселях в лонге. И сюда приходит снайпер. Можно попробовать подключать снайпера и пытаться выцепить там крюкера. Но крюкер на РБшке сам кого хочешь выцепить. Закрывает еще и Бесута. Следом накрывает Дюпри. Дабл килл с РБ. И теперь 2 в 4. Опять надо искать выходы из ситуации. Больше пробегали по позициям. То под лонг, то под центральное кафе, то на семерку. Опять на лонг и так далее. И их просто во время этих перебежек где-то ликвидировали. Была попытка аркады под смоки в четверку. Диггер здесь немного подкачал, но все равно преимущество в одного игрока сохранилось. И информация еще обновилась, то что четверка на данный момент более активная позиция, где находится соперник. Ну, нет боди. Так ребята с РБшкой приезжают. Кстати, пазлище пытался в соляно возвратить. Эрвольф говорит, ты куда полетел, а я-то где? Ну, подожди меня. Ну и в итоге подкрепа-то не хватило немножко, кажется. А получается, ты говоришь о чем? Я просто только что как раз пришла мысль-то в голову, что не договариваются? Или, может быть, если это был их план, то ну как-то тут тоже, получается, остаются вопросики. 8-6, тем временем на табло. Большой шанс для God Complex забрать эту карту. Свою копилку. Крюкер играет в защите Аплен. Так, ну выходит Дюпри, получает по голове. Вот такая какая-то легкая пачка от Крюкера залетела. Уверенность есть. Ну там же диггера и выключили. То, вот стоило мне только диггера похвалить. Молод парень, лишние авантюры какие-то не лезет, стабильно отыгрывает, настреливает. Все, диггера нет на карте. Смещение в бэплэнд, ну там хитрый продолжает руинить игру оппоненту. Есть даблкил, Бесута также даблкиллом отвечает. Это 2 в 2, бэплэнд потерян. Будут как-то переворачивать ситуацию. Крюкер вместе с тиммейтом. Ну и... овца с кимпой. Да, он с кимпой. Дает нашу бочку. Никак эта бочка подлетать на воздух не хочет. Но, с одной стороны, немного зонировал вино Бэплента, чтобы открыться было сложнее этой бочкой. Но, с другой стороны, информация по нему уже обновилась. Он пытается с перемычки открыться. Его выпускают на широкую, как бы это ошибкой не стало. От овцы минус раз. Неплохой вантап с кольта. И теперь на вульфа надо выходить в перестрелку. Еще один минус. Успел там свапнуть на карабин. Все шикарно было сыграно. Так что это победа команды God Complex на карте Метал. Да, повторюсь, то, что эта карта была победила за командой NoBand. Они ее выбирали и провалили с треском. Нет, я вот такой... вот это было связано с тем, что пикали God Complex как раз-таки, Metal, Затиров. Да, они сами выбирали? Да, я в чатике-то и пишу. Nice на пикал, хитрый. Ну, Metal, я Затиров. Чатик не читал на тот момент. Поэтому... Ну, они там в конфе писали в скайпе. Такие вот дела. Ну вот выбрали карту. Ну, я ты... столько раз уже сказал про то, что это пик команды NoBand, наверное, раз 5 повторил. И ты меня не поправляешь. Я думаю, ну, значит, я угадал. Все, какой я красавец. Сижу на уверенность, еще втираю тут такой... Ну, сорянова, да.
Ну, так, это сейчас знаешь, что должно было быть? User disconnected from your channel. Кстати, неплохо выходит, я просто читаю прямо сейчас конфу. Ну, во-первых, тут хитер как раз таки пишет. Мы делаем замену, ибо у основного игрока комп умер, материнка сгорела и блок потух. Дальше пишет Дюпри. Уважаемый судья, протест после двух отыгранных карт. И тут пошло интересно, да, ребят? Понимял. Так, следующая карта убежище. Окей, тогда раз карта Металл была выбором команды God Complex, я заранее прошу прощения, я был на максимальной уверенности, что No Bans, Металл, старт обороны и так далее. Я вот к тому, что типа я, наверное, раза три точно до этого говорил. Я после первой половины еще, когда мы 5-4 закончили, я такой, так, ребят, ну, ладно, вы на своем пике отдаете 4 раунда атаки. Тогда у вас что-то должно быть на смене сторон заготовлено. Вот об этом я вел речь. Ну, ладно, это уже не столь важно. Это 9-6. Давай посмотрим, что у нас по ставкам. Эри писала, будем мысленно с ними, Стивен. Ну да, да. А вот в каждом из их РБ есть немножко боди. Понял, понял. Вопросов больше не имею. 9-6 за командой God Complex. Кирюха, 32-2. Я жду тебя в личные сообщения. Получай приз. Так, давай, ребят, там немного кодянским разомнем. Ctrl-C. И сюда вот и так вот. Потом вот. И слышно, как шлепает там по клавишам. Я просто вставлял эти слэши. Ну, все. Большего и не нужно. If you know what I mean. Так, я тоже, что, давайте. Они пока в чате появятся, а там еще и размять на экранчике можно вас. Поэтому, ребята, если то, что вы сейчас слышите, подумайте о том, что в смысле, где кого так много-то, вы подождите, дайте нам перерыв. Так у вас пока 2 минуты пройдет, вы из чатика активируете, а потом еще на экране появится. Красота. И опять же, радует, что ребята стали пользоваться командой Кады. Это в первую очередь вам, возможно, будет удобней в плане восприятия информации в письменном виде, нежели в текстовом варианте. Там тебя просят передать привет. Да, Дэвид только что написал. Илья, передай привет, бешеный на дне, лучшая красотка, милая зайка. Опа. Какая милота. Тут еще и Диггер просит передать привет на Реку. Ну и... Тут дальше слово, ну, как бы осуждаем, не буду его произносить на Твиче. А, и дальше Брюс. Тебе сердешко. Передаю привет Брюсу, у которого сгорела материнка, и он больше не зайдет сегодня. ГГ плюс F. Который почти доиграл первый раунд. Ну да, тут ГГ. Пойдет за новой материнкой. Ну, на самом деле, да, для компа вот качественные комплектующие. Очень важные. Как и материнка, а самое главное, блок питания. Я что-то вспомнил. Ребят, кто помнит Рэнди? Рэндоса. Играл он однажды в АОшках. Я с ним однажды в нодах играл. Кто смотрел, тот помнит. Я просто вспомнил, как он покупал себе на 1 киловатт блок питания, а то даже на киловатт 200 вроде бы. И в один из прекрасных дней написал, мужики, у меня сгорел блок питания. Мы такие, ну, блин, беда, а что такое, как случилось? Говорит, так у меня пух залетел просто в него. И я не знаю, ну вот, то ли он не чистил, или как-то оно так залетело, как так ему вообще в халту залетел пух этот, что он попал еще в блок питания, он же должен как-то туда пройти, затянуться, и вот так вот все должно подгореть. Ну и вот, ну непонятно, на что у него там за блок питания был. Ну, тяжело, наверное, и такое обойти производителю, чтобы вот взять и как-то перейти этот моментик, чтобы защиту от этого устроить. Ну, в общем, ну, просто беда. Ну, вот вспомнилось, вам рассказал. Ну что, новая так, карта? Кирилл у нас стал счастливым обладателем АПКшечки.
Поздравляем. А у нас вторая карта, и эта же карта будет решающей в матче. Сразу же хаешки под коннектор. Там, собственно, попытался овца в первом тайминге выйти на аркаду, не получилось. Но зато у Вульфа получается. Открывается скимпой, находит опен. Все шикарно. На боковой хитрый отыгрывает, но он, опять же, здесь отыгрывает в соло, поэтому должен понимать, что рассчитывать максимум столько на себя может. Овца возвращается под коннектор. Может быть, здесь получит информацию по Дюпри. И попытки через лонг, я так полагаю, должны быть. Если они в соло надеются запустить коннектор, да навряд ли они вообще такой вариант расценивают. Там, скорее всего, просто овца бегает, собирает информацию, пытается триггернуть соперника, чтобы тот открылся и найти какой-то контакт для себя. Видно то, что парни пытаются сыграть на размен. Хитрый аккуратно, опять же, открывается с позиции боковой, откидывает хаешку под машину, никого здесь не находит, но как минимум информацию о себе обновил. Овца удается найти минус, он закрывает дюпри, но Бесута тут как тут, и он разменивается. Правда, при этом еще и длина проходит. Там же крюкер открывается с Бесута, есть минус. Вульфа должны были закрывать. Там хитрый вовремя в мид сместился. И разыграно сейчас более чем неплохо командой God Complex. Да, потеряли одного игрока поначалу, но после чего запустили овцу в роли триггера под коннектор. Он нашел минус, прошли лонг, разменялись. И хитрый все это время, напрягая ситуацию под бэплантом, вовремя сместился через мид и помог команде. То есть здесь в плане коммуникации, в плане реализации и тактической составляющей было все неплохо. Но в свете последних событий я уже боюсь хвалить команды, поскольку любая похвала приводит потом к какому-то дикому руину. Марк пытался открыться через коннектор, под него дали смок, и хитрый под этот смок запушил, так что раунд завершается. Победа God Complex 1-0. Илюха, тепло в наши края идут. Ну, замечательно. Я где-то видел, да, смотрел погодку не так давно. Зачем я, правда, смотрел, если на улице особо-то не выхожу. Но я видел. Там была плюсовая температура, аж плюс 2 было, омагад. Но время идет. Мы уже, кстати, да, ребят, и не молодеем. Кому-то, возможно, на больную наступил. Но, с другой стороны, такая тема есть. Вот скоро лето, еще 3 месяца, таки вообще красота будет, да? На боковые контакт. Хитрый спиной просто к оппоненту говорит, я тебя спиной сейчас задавлю. Ну, тут в упоре иначе никак не действует. И Марк его не забрал, что примечательно. То есть полтинник еще остался, жив, цел, урел. Эрвульф в это время забирает хайкью. Бесута на ланге, замечательно. А, нет, никого не видел, это просто у нас X-Rape. Ты думаешь, что будет это видит? Но в любом случае тиммейт помогает, закрытие есть. Но остался один диггер, который решает здесь вопрос. У него еще хитрый был по направлению Б-плантам, но, опять же, хитрого закрыли. И диггер 1 в 2. Может попробовать, конечно, еще немного похолдить, посмотреть на поведение соперника. Может быть, и вовсе переместиться под Б. Но кажется, что ему это вовсе не надо. У него есть информация, что в последний раз соперник был замечен в районе мида. У него сейчас карабин. Дальняя дистанция, кажется, для него более выгодна. Но так как он один против двоих, он пытается больше раззонить для себя игру. Либо стреляться сугубо с мидом, либо сугубо с коннектором. Выключает пазлище и понимает то, что соперник сейчас находится на ланге. Вот эти свапы могут привести его, конечно, к провалу. Но Вульф знает, где соперник. В прицеле крадет в упор, видит оппонента, но промахивается. Диггер закрывает. 2. Есть. Ну, было две попытки для Вульфа, чтобы реализоваться, выйти в упор с веслом, забрать соперника, но не вышло неприятно, но жить можно, как говорится. Выход под мид против кемпы, пытается играть в хай-хил. Овца тут что-то в плент, так понимаю, закидывает. Без устали, хаешки-то летят на самом деле. И так, на пол рубля разыгрывают под них сами же игроки God Complex. No bands. Чем отвечать будут Марк? Вот Джим может попытаться оформить по боковую. Тут информация, что закрыли все-таки выход по Зиге. Минус один. 4 в 5. Информация есть по боковой. Снова обновляется Марк. Опасно сидит. Так тут же вроде бы... Не знаю. Ну, не, рука торчит. Ну да, и Глайн ухватит, тем более, что хитрый бросает. Еще одна попытка. И выход за спину. Как все сошлось для атаки-то хорошо. Овца вышел за спину и двоих закрыл. И будет постановка. Бомба была установлена. Стрелка от Бесута забирает овцу, подкрепа пришла, здесь же Дюпри находится. Закрывает он хитро, а здесь на самом деле хорошенький-то вопрос, а почему не закрылись, почему вместе не сыграли? Ну пытались они, наверное, и все позиции разом сыграть и как-то на это поставить, но ставка пока что не разыгрывает свое. И Диггер остался по сути. Троих, одного он закрывает, Порикинпа не промахивается и
2-1 все-таки есть для NoBands. Счастье. И на их улице перевернулся грузовик с раундом. Одним. Ну так, вывалился. Ну где один, там и второй сейчас будет, а где второй, там и третий. Но опять же, если парни в целом нашли для себя путь решения этой проблемы. Дюпри идет на аркаду в коннектор, закидывает хаешку по направлению кухни, тем самым предотвращает аркаду от овцы. Находит минуса с гранаты и плюсом ко всему аркада Дюпри приносит свои плоды. Уже 4 в 3. Еще пару хаешек падает по направлению коннектора, но это уже, так сказать, побочный эффект, поскольку здесь была аркада и скорее... Точнее, не скорее, а лучше проверить, чем просто выходить на обум. Смещение через мид сейчас для диггера может быть немного сложным, поскольку там отыгрывает снайпер, но его тиммейты активно начинают обрабатывать направление Бэплента. Закидывается хаешка, появилась информация по крыльцу, хитрый находит минус, вовремя открытие с боковой, еще один фраг, и 2 в 3. Идет смещение, но опять же бомба будет установлена, там можно пытаться играть в таймер. Марк куда-то выходит, возможно, команда будет проводить обсуждение. От Бесута все-таки минус, 2 в 2 можно разыгрывать. Вульф с кемпой аккуратно открывается через позиции КТ-спавна и находит все-таки голову соперника. Хитрый 1 в 2. Есть информация и по Бесуту, и по Вульфу. Как будет играть, непонятно. Открытие в снайпера в первую очередь, здесь же префайр от Бесута. Но тут остается дело техники, так сказать, для хитрого. Попытка открытия в бомбсайт, и, кстати, вроде как понимал, где находится соперник, даже там не то чтобы понимал, тиммейт отдавал информацию, но да, эта инфа была остаточная, что он играл с крыльца, возможно, он отошел куда-то на кубы или вовсе сместился на шорт. Об этом информации у Бесута не было, поэтому он, возможно, зашел и сразу же попытался минировать, но не прочекав все позиции, сложно. С другой стороны, таймер поджимал. То есть здесь, опять же, говорить о правильности решения очень сложно, поскольку очень много совокупных факторов. И сразу же следующий раунд, где минус 2 у обороны. Ну, хитрый спиногрыз или что? Он как раз просто выходит, и все выходит, что в спину. Ну, вот так вот моментик, надеюсь, не сочтет за грубость. И вы, ребята, тоже, если что, я думаю, воспримите это нормально. Ну, просто так вышло. И вообще, кстати, вот если тогда уж говорить про одно, то скажу про другое, что в предыдущем раунде, я так понимаю, он заранее позаботился. Принес дуала соперника и вот рядом со своими положил. То есть, когда закончились в одних, он подобрал вторые. То есть, вот такой вот момент и заблаговременно подготовился. Ну окей, Бесута 10 хп, он один против троих тапает диггер, забирает то родовое хп, которое было у Бесуты, раунд для атаки 4-1 на табло, пока все в одну калитку, можно заявить. Кстати, просили и писали нам, Макс или Илья, передайте привет Рите, дилемма. Привет тебе, Рит. А пламенный привет. Привет, привет. Тащите каточку. Да-да-да. Все нормально. Вот, например, как хитрый на данный момент просто 11-4-2. Всегда бы так определенно стоял. Поймал игру жизни для себя хитрый, да, идет крушить, ломать все, что движется. Еще один минус от Крюгера. Даблкил в его исполнении. Аплент открыт. Снайпер в миду. Вульф здесь в соло открывается, понимает, что для него это может быть смерти. Подобно смещение через мид. Вроде как пастбище хотел прочекать позицию хитрого, но немного не довел, и хитрый его ликвидирует. Играть на стрейфах против снайпера хитрый тоже довольно авантюрная затея, но почему бы не попробовать. Там еще коннектор, про коннектор забывает. Вот тебе, пожалуйста, открылся, Вульф его ликвидировал. Крюкер попытается сейчас остановить выход коннектора. Линеечка, да, нет, не линеечка, здорово. Победила красная команда. 5-1. Тут уверенная игра для ребят, все у них оки-доки. 5-1. Ну, тут можно, да, ребят, скринить. Это тот случай, когда... А чё на играх-то так не играешь? Так, я все правильно, да? А, нет. В любом случае, там надо басфаб сделать. Так. Все, готово. Ну, вот такой момент. Так. Стоило тати... И три кодика пропустил, пишет I am follower. Нормально, ты только отошел.
Кодики-то уже давненько было. И на самом деле, ребят, мы просто в тысячный раз повторяем, что, в принципе, все коды-то летят когда как. Ну, то есть они могут прилететь, и специально нет на это у нас какого-то определенного плана. Но чтобы для всех это было одинаково, одинаковые условия, и вы имеете возможность взять любой момент. А мало ли кто зевнул, вот, ушел молодой человек. Для других это шанс. Классно ведь вроде? Ну да, классно. Для него нет, ну, сори, отошел ведь. Так и есть. Бесута, энтри. Сразу же залетает в минус, но опять же, куда дальше пойдут? Они раскидали вроде как направление апленда, там можно было открываться коннектор, но опять же вопрос, можно ли было открываться через лонг. Смоки прилетели не лучшим форматом, и скорее всего информация по длине обновлялась довольно быстро. Бесута сокращает дистанцию, его пропустили под будку, он здесь скорее всего сможет помочь выходу через коннектор, но там хитрый идет в аркаду под мид. И он может выйти очень неприятно в спину, если, конечно, успеет, но кажется, что уже нет. Хитрый вместе с диггером, диггер смещение через КТ-спаун, если у него остались осколочные, они остались, они уже летят под аплен. Минус от диггера, минус от хитрого, Дюпри разменялся и попытка зайти в мид. Диггер еще один фраг, сейчас должны игроки атаки понимать то, что ну на диггера нет смысла никакого открываться. Окей, Марк вышел на перестрелку, но это было опять же своего рода риск. То есть есть пазлище, которое играет на машине, в теории закиньте зонящий смок в мид, с одной стороны он может быть поможет диггеру, но с другой стороны вам поможет сместиться от машины под плент. Он не обязателен, он просто как лишняя страховка для вас, что снайпер под смоками, о, снайпер, игрок под смоками вас не запушит и не отстрелит в момент смещения. Плюсом, даже если бы он пошел в эти смоки, как раз таки Марк находился бы в коннекторе, который нашел бы минус. Но его открытие было рискованным, и, как говорится, риск был оправдан. Еще одна граната, и вновь минус по Марку. Овца в позиции, Дюпри в упоре, откроется сейчас овца и должен играть в войти, но как раз таки вышел в этот тайминг, когда собрался овца открываться. И есть фраг. Неприятно, не тот тайминг, ну просто не прух, как говорится. Но в любом случае это плюс для NoBands, они дальше отыгрывали. И разворот тоже есть со стороны соперника, именно God Complex, которые здесь заработали во-вторых для себя ситуацию. Не уверен, что слышно было КТ, просто пазлище стоит в позиции. Сам потопал. А Крюкер сейчас на него инфу имеет же, да? А каблучки, кстати? Ой-ой-ой, а если бы смотрел? Ой-ой-ой, какая встреча-то неприятная. Вот такой вот моментик для ребят. Эрвульф, перетяжка. Смог перейти, сейчас и не был убит. Диггер в упоре против пазлища справился. И теперь Эрвульф, поменяв весло на дуалы, обязан просто тащить, иначе, ну, здесь гигиен. Ну, как гигиен. Ничья будет минимум для God Complex. И здесь вот слушает. Но позиция более чем дефолтная, по идее. Слышно боковую. И ну, Зигур будет до последнего сидеть. Они пока что понимают, как играет соперник. Диггер открытие, есть минус. И один в один ситуация. У Вульфа 33%. Кажется, что с этим можно справиться, но времени очень мало. Выход в упор, есть пачка, есть раунд. Отлично. Как минимум, ничьей может закончиться эта карта. Но матч явно в ничью уже не уйдет. God Complex для себя взяли предыдущую карту. И также сохраняются абсолютно все шансы на то, чтобы забирать эту. То есть это не 4-0 было, и парни сейчас один раунд забрали и подстраховались. 1-1, вообще никаких проблем для God Complex. Но и команде NoBands будет плюсом большим посмотреть этот матч со стороны, понять, что шло не так, где подкачали. Но первую карту определенно в индивидуальном исполнении очень сильно отдали своему сопернику. Здесь аркада коннектор в лонг, овца поджал. И опять же, позиция не то чтобы супер, но навряд ли будут ожидать. От диггера минус, овца открывается в спину. Он, скорее всего, слышал перемещение под кухню. Хитрый находит минус по Дюпри, но Дюпри перед смертью находит минус. Овца открытие, овца даблкил мог забирать, но пазлище говорит об обратном. Да и спина людей, которая обычно является божественным щитом, какое-то заклинание, которое всегда накладывается, перманентно причем. Иногда удается, конечно, пробивать такую штуку, но не всегда. Смогли вывести на 2 в 2. Пощупали немножко бету, заставили оборону задумываться о том, что здесь как бы нужно отдавать внимание, но для хорошей
Из хороших новостей для Good Complex это HiQ, который смотрит альфу и точно инфа есть по лангу, то есть он большой кусок карты контролирует. Но теперь по нему уже информация пошла, ребята просто забили. А зачем тот квадрат, когда мы можем пройти через коннектор? А тут еще и пачка по-хитрому, можно получать позицию и ставить закрытую. Хаешек походу нет, чтобы бросить в плен. Ну и так, попробует работать. Выход он топает, кстати, информация есть для атаки. Все смотрят именно на коннектор. HiQ здесь неудобно очень разыгрывать. Смоки пошли. Ну, базовище должен будет его закрывать. So close. Ну, еще перевелся, еще и 7 хп оставил. Ай-яй-яй-яй-яй. Было очень близко. Но одного раунда по-прежнему God Complex не хватает для завершения этого матча. Куда в этот раз атака пойдет? Не сказать то, что есть вообще какие-либо изменения по направлению. Остаются пока что в районе ланга, пережидают здесь каких-то хаешек, собственно, вот эти гранаты полетели. Но под них же идет аркада от овцы, который уже находится на кухне, и здесь он может попробовать собрать даблкил. Вот он, еще и третьего закрывает. Все шикарно складывается для этого парня. Пазли еще там вроде как нашел размены, направление атаки сейчас известно, это выход под бэплэн, поскольку аркада в мид есть, аркада под лонг и кухню есть. У них абсолютно вся информация, где находится соперник, по какому направлению он смещается. Пазли еще пытается открыться сейчас как раз таки с боковой, но там же на страже порядка находится Крюкер. Пазли еще открывается в очень невыгодную позицию, и Крюкер ловит шикарный тайминг для занятия позиции секрета. Проигрывает перестрелку против Вульфа. Вульф нашел минус, отошел под дерево. В спину идет Диггер, но Диггер опять же по старой информации действовал. Он думал, что соперник на боковой. Вульф из ситуации 1 в 4 уже 1 в 2 для себя превратил, но сможет ли потащить этот клатч, неизвестно. Внимание, ключ. Овца открывается чуть ближе, но как открывается? Он занял позицию ключевую, на самом деле для себя тоже, кстати, подходит. Ой, попытка попасть, немножко приканул, не вышло. Еще одна попытка, еще одна, и не попадает. Он неприятно. Но здесь все таки поражение для команды NoBans. И я, получается, что более чем уверен из комментариев из скайпа как раз таки, что это будет протест. Ну-ка, прямо сейчас даже посмотрю. Да, пока еще, наверное, не успели напечатать. Ну, но, да. Скорее всего. Это да, бывает будет. Обычно, знаешь, все. Игра заканчивается. Так, все, закрыть Alt F4 везде, тут, там, сям, да. Ну, тут так, протест 7-3. Уже нужно написать по форме, поэтому нужно еще сдерживаться. 7-3, 7-3. Зефирчик. Поставил на команду God Complex в личку ко мне в ВКонтакте. Если не знаешь, куда писать, спроси у модеров, либо в описании. Есть ссылочки и на меня, Максим Чеев, и на Илью, Илья Стиви. Либо можешь написать команду в чате Кастерс, и бот любезно предоставит тебе ссылки на нас. Тебе нужно написать Максим Чеев. Пиши в личку и скрин учетной записи. А у нас, друзья, ожидание третьего матча и музыкальная пауза. Вернемся, как только команды будут готовы.